Кластерные учебные учреждения – новое слово в системе образования. Такая модель управления позволяет вывести качество и доступность образовательных услуг на принципиально новый уровень, а также развивать таланты одаренных детей, отметил губернатор Подмосковья. Кластерный подход, система флагманских школ – это то, что дает нам возможность повышать качество образования, а нашим ребятам – реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно. На базе гуманитарного кластера в гимназии Одинцовского округа состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе. На финал главного интеллектуального конкурса страны приехали 300 одаренных школьников со всей России. 17 ребят были из Подмосковья. Глава региона и министр просвещения Сергей Кравцов посетили школу, оценили работу центра и пожелали удачи юным знатокам. Мы вам желаем успехов, удачи. Вы большие молодцы. Так держать и прославляйте нашу страну, нашу Россию замечательно. Сегодня в Подмосковье успешно реализуются уже несколько инновационных флагманских школ, а также намечены амбициозные планы по развитию этой сферы. У нас 3 центра, которые готовят детей. Это гуманитарный, мы здесь находимся, Примакова. Есть физтех лицей Скопицы, это Долгопрудный. Еще один открываем мы центр подготовки и образования, где в том числе можно будет проживать, получая среднее образование. Это технолицей Долгих. Это и кибернетика, и программирование, робототехника, все то, что тоже сегодня востребовано. Кластерный подход уже сегодня дает видимые результаты. В прошлом году Подмосковье заняло 2-е место в общекомандном зачете по итогам Всероссийской олимпиады школьников – 309 победителей и призеров. А в этом году уже 334 диплома. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».